Взбалмошную идею старика Назарбаева о переименовании Казахстана в Казах-Ели бурно обсуждали сегодня в Алматы. По этому поводу состоялся курултай. Стоит отметить, что малоадекватная мысль посетила бессменного Елбасы аккурат накануне девальвации тенге. Поэтому после потрясения от осознания собственной нищеты народ во мнениях разделился. Большинство решили, что это всего лишь информационный вброс, чтобы отвлечь людей от насущных проблем. Другие же рьяно подхватили идею продвижения нового названия республики. В этом зале несколько писателей и историков, большая часть, как обычно, заполнена студентами Казахстанской академии спорта и туризма. По лицам собравшихся видно, что будущим спортсменам чаяние Родины, как пловцу на шее гиря, но приказ партии не обсуждается. Курултай в стиле Нуратана. Тут каждый по очереди высказывает свое мнение, которое чудным образом перекликается с идеей самого Елбасы. Только электорат оказался слишком придирчивым. Тех, кто читал по бумажке на ломаном казахском, тут же подвергли анафеме. Ломается человек, поддержит, наоборот. Я прошу прощения, Кешеринс. Приставка «стан» в названии республики стала камнем преткновения совсем недавно, ведь много лет этот вопрос никого не волновал. И вдруг отец нации разглядел неприятную схожесть своей вотчины с Пакистаном и Афганистаном. Тут и всплыло новое и до боли родное – Казах-Ели. Впрочем, писатель Хасен Хажа Ахмед альтернативой видит название «Туран». А президент Казахстанской академии туризма и спорта Кайрат Закирьянов предлагает и вовсе назваться казахи, но это все от лукавого. Что по-настоящему будоражит умы казахстанской интеллигенции, так это идея «Мангелик ел» вечного государства. Наш президент сформулировал национальную идею «Мангелик ел». Многие после этого были в раздумии. Кто-то, конечно, обеими руками поддержал, кто-то начал размышлять, а почему именно казахи, казахский народ думают, так сказать, о вечном государстве? То, что мы эту национальную идею нашли, это уже очень и очень многое. Совершенно неудивительно, что после таких рулат собравшиеся единогласно проголосовали в поддержку переименования Казахстана в Казах-Ели. Но будущим спортсменам и туристическим менеджерам лишь бы руки задирать. Будь на их месте студенты-финансисты, они бы для начала наверняка подсчитали сумму, в какую обойдется госказне очередная чудаковатая прихоть Елбасы.